Белорусское кино снимают черно-белым. Фильм про войну снимают, про любовь. Кино снимают на камеру. А еще кино снимают на телефон. Для этого надо... Надо придумать какую-нибудь интересную историю, а потом все это записать. Берут актера, приглашают на роль. Люди соглашаются. Они переодеваются в всякие костюмы. Ставят камеру. Кино снимают из... света такого специального. Кино еще могут снимать на улице. Микрофон, чтобы было хорошо слышно. Они одевают артистов в моряков, например. Ну, а еще нужен оператор. Он проезжает, снимает людей разных, которые даже не согласились, но он снимает их. Актеры, они могут там петь, но они двигаются там. Много людей набирают. Костюмеры переодевают медведей. А войну не играют. Много человеков с пистолетами, с специальными костюмами. Оператор берет тележку, туда вставляет камеру, как моя бабушка там снимала. А еще нужны гримеры. Гримеры могут сделать себе приклеить себе большой нос, большую бороду. Какой-нибудь человек садится и записывает все. Это называется сценарий. Потом это все играют вместе, получается белорусское кино.